Как столб там с утра стоит. Ну и уйдет. Он на службе привык, может стоять там дни напролет. Да пусть хоть годами стоит. Да? А если и правда уйдет? Отлично, хочу, чтобы меня оставили в покое. Мужчина и нужен для покоя. В конце каждого месяца у него зарплата. Ну и любовь, конечно. Но любовь рано или поздно, если нет, приходит, а если есть, уйдет. Вот я и говорю, хотя бы взгляни на него, на этот фонарный столб. При всем уважении, на него собаки уже скоро начнут писать. Давай, посмотри, от тебя не убудет. Оцени хотя бы его постоянство. Милый, напоминает масть трефы.